Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас день космонавтики, и поэтому мы начинаем сегодня проходить игру Angry Birds Space. Да, раньше назначенного срока, но я решил, что вам, наверное, слишком долго будет ждать эту игру, и поэтому решил ее прямо сегодня начать. День космонавтики. Игра посвящена космосу, птички нас отправили, короче говоря, в космос. Мне пришлось усилить микрофон, потому что музыка громкая. Короче, вот столько вот у нас в ПК-версии доступно планет. Вот эту еще надо. Вот эту на 3 звезды проходить. Короче, все не очень круто. Прикольная музыка, мне нравится. Основная тема. Ну давайте, короче, начинать. Я уже активировал эту игру. Поехали. Короче, свиньи совсем потеряли свою башку и решили улететь с яйцами птицами в космос. Но птицы никогда не сдаются и отправляются вместе с ними тоже в космос. Показывают нам, как играть. Ред у нас стал вот таким вот очкаристым. Гидрит совершенно другой. Везде вот космическое вот это вот все дело. Да, новый рекорд. Короче, я еще давайте заново. Я еще как, не знаю, заметили ли вы или нет, какая играла начальная тема этой игры. Основная тема — музыка в меню. Я эту музыку поменял, потому что музыка, которая играет сейчас, на мой взгляд, отстойная. Там после того, как появился эпизод Big Impact, музыка стала другой. Она намного хуже, чем та, что была в самом начале, первая основная тема. Я вернул старый саундтрек, самый первый, потому что он мне нравится больше, чем новый. Новый отстойный, на мой взгляд. Там после того, как появился эпизод, какой-то там с водой эпизод, Пик Диппер называется вроде, и в игре слэш тема стала, такая рок-н-ролльная музыка стала. Неплохая, но мне основной саундтрек нравится все равно больше. И после того, как появился эпизод, где была трехглазая свинья, там порвали контракт с... создатели контракт с этой рок-н-ролльной мелодией и вернули саундтрек старый. А потом в следующем обновлении добавили новый. Это плохое решение, спорное. Старый саундтрек лучше, именно поэтому я его сюда и поставил. Ощущение от игры намного лучше становится. В Android-версии я тоже поменял, но там поменять его сложнее. Здесь на ПК его просто можно там в файлах игры поменять музыку. А здесь, а вот в Android-версии понадобится APK-эдитор приложения. Три звезды. Пока все идет на отлично. Блин, а чё этот блок-то не сломался? Я, наверное, некоторые звезды... Эй, господи. Angry Birds буду проходить раньше назначенного срока, так же, как и GTA-шки. А то я GTA 5, GTA 4 раньше назначенного срока начал проходить. Почему бы с Angry Birds так же не поступить? Почему бы и нет? А то вы просто долго, наверное, ждать будете свои любимые игры. Лучше... И сделаю прохождение по Angry Birds Space сейчас. В следующем видео, скорее всего, будет GTA 4, но Angry Birds Space обязательно будет. Но GTA 4, я думаю, надо бы допройти до конца. Там уже не так много осталось. Совсем немного.
Третий сезон — это последний сезон, где мы будем играть за Нико Беллик. Следующим. В четвертом сезоне мы будем играть за Луиса Лопеса, а в пятом сезоне за Джонни Клебица. Так, короче. Вообще, Angry Birds Place вышла в 2012 году и является пятой по счету игрой от Angry Birds. Так, новая птичка, которая... Синяя троица, которая расстраивается у нас. Утраивается. И очень хорошо ломает лед. А на этом уровне есть золотое яйцо. Давайте его сразу же достанем. Как только мы его добываем, открывается портал, и птички залетают туда. Это бомб, он у нас взрывается. Почему? Да что ж такое? Ну вот куда ты так? Вот так хорошенечко прошли. Ну и давайте обратно вернемся. Обращаю ваше внимание, дорогие зрители, на канал It's Time. Если вы любите те самые упоротости, такие как школьные дневники или что-то подобное, то этот канал специально для вас. Также этот канал является вторым каналом автора канала Life Today. На этом канале Life Today разные люди, группа людей проводит эксперименты. Очень прикольные эксперименты. Часто связанные с копейкой, ну копейку они взорвали уже, с Nokia 3310 и многим другим. Советую заглянуть на оба этих канала и подписаться так же, как и я. Блин, одного усатого вот этого не грохнули. Ладненько, 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 пофигу. Ну-ка, в самый центр попробуем запульнуть. Блин, плохая идея. Будем по отдельности тогда стрелять, что делать? В принципе, мне пофигу, проходить на 3 звезды или нет. Самый последний вот эпизод называется Danger Zone. Он является как бы бонусным для суперсложными уровнями. Здесь он бесплатный, он сразу открыт в ПК-версии. А вот на Андроиде или на iOS за него надо платить деньги, чтобы в него играть. Если не ошибаюсь, где-то 60 рублей примерно. Это не сильно дорого. Разблокировать, к сожалению, можно только с помощью денег. Ну, конечно, большинство людей, наверное, много людей скачивали взломанную версию, где уже открытый эпизод. Здесь в ПК-версии нету доната, и его, в принципе-то, и никак не видишь. Здесь он сразу открыт. В Angry Birds Star Wars тоже ввели такую же фишку на Андроиде. Ну, за эпизод пасса в бюджете нужно будет заплатить 66 рублей. Ну, во всякий случай, я когда покупал его, он стоил 66 рублей. Его можно было разблокировать либо деньгами, либо на всех уровнях остальных по 3 звезды получить, что очень-очень тяжело. Это почти невозможно. Но это возможно, но очень сложно. На всех уровнях сработать 3 звезды. Это для настоящих хардкорщиков.
Тогда этот режим, этот эпизод откроется бесплатно. В Angry Birds Space только можно с помощью денег его открыть. Там еще покупки всякие есть. Там версии для андроида. Был еще один эпизод. Brass Hawks назывался. И там... там уровни открывались посредством выполнения миссий. В сутки каждые 16 часов выдавались по 3 миссии. Сколько миссий разблокировано? Примерно там каждый уровень открывается количеством пройденных миссий. Чтобы открыть самый последний уровень, надо выполнить 360 миссий. Прикиньте. Это полгода потребуется, чтобы пройти этот эпизод до конца. Там, так, какие там задания были? Например, на каком-то уровне 3 звезды, или просто пройти этот уровень, или убить сколько-то там свиней. Еще вместе с уровнем Brass Hawks, к сожалению, на ПК-версии его не добавили. Там появился такой ультра-хардкорный режим, я даже назову всех уровней. Функция зеркального измерения. Там после прохождения второго уровня этого эпизода Brass Hawks открывалась функция портала. Кнопочка с порталом была, ее нажимаешь, начинает играть другая, более мрачная такая музыка, и экран становится так вот темнее, и уровни становятся такими зеркальными, немного усложненными, и на каждом из уровней есть свинья в красных очках. Забыл, как зовут этого свина, серьезно. У него есть имя. У этого свина в очках. Но уровни там открывались, если в обычном режиме, этот уровень пройден на 3 звезды. Ну, можно также убрать эту функцию, чтобы по 3 звезды, заплатив также деньги. Не нужно будет 3 звезды собирать на всех уровнях, чтобы можно было их играть. Также там здесь есть, как вы, наверное, уже видели, есть эпизод под названием Break Impact. И он разделен на две части. Первая часть доступна сразу, а вторая откроется только если вы пройдете первую часть на 3 звезды целиком, на 100%. По-другому вы не откроете. В ПК-версии, по крайней мере. На Android-версии надо, можно там на 3 звезды первую часть пройти, ну либо, да, заплатить деньги. А здесь нету доната, здесь можно только одним способом открыть. В принципе, я думаю, я пройду. Если не пройду на видео, то пройду за кадром на 3 звезды, и мы вторую часть тоже посмотрим обязательно. Потому что я как-то же все равно умудрялся проходить на ПК. Умудрялся. Значит, и в этот раз умудрюсь. Ладно. На чем там остановились-то? Это уже 19 уровень. Осталось не так уж и много уровней. Отлично. Этот уровень тоже прошли. Чак. Чак почему-то у нас стал не желтый, а фиолетовый. Здесь тоже скрывается золотое яйцо. Давайте его сразу же достанем. Этот уровень очень похож на уровень из первого Super Mario. Это, в принципе, является отсылкой там в первом уровне, про первый Super Mario Bros. 1985 года. Там была такая же остановка блоков. Здесь были кирпичи, а здесь были блоки с вопросительным знаком. Здесь был гриб, с помощью которого Марио вырастал. Этот уровень является, собственно говоря, отсылкой на Марио. Здесь у нас свинья, она почему-то ходит, как
как грибы передвигаются. Или как враги Марио двигаются туда-сюда. Куда бы мы не направили, мы выстреляем чаком и нажимаем туда, куда ему нужно улететь. Он туда и улетит на большой скорости. Еще в Android версии был дополнительный бонусный эпизод, который назывался Solar System. Он был посвящен... Там были, короче, уровни, которые были связаны с нашей Солнечной системой. Там была планета Земля, Меркурий, Марс, Сатурн. Еще там уровень с кометой был. Что-то еще. Ну и, конечно же, в Android версии, как обычно, были усиления. Это усиление, когда надувается несколько свиней, могут разрушиться из-за этого некоторые постройки. Также было специальное космическое яйцо, которое к себе примагнитивало несколько объектов сразу, что очень сильно помогало разрушать постройки. И уровень, где... И усиление, которое... Здесь появляется гнездо, и мы стреляем птичками, и выстреливает еще 4... Вокруг него еще 4 такие же птички. Когда мы их направляем, вот, например, чаком куда-то, все 5 птичек летят в одно и то же место. Это удобно. Ну и могучий орел был. Мы бросаем баночку вот эту консервную, нажимаем левую кнопку мыши. Ну не левую кнопку мыши, а на экран нажимаем в Android версии. И открывается портал, и могучий орел из него вылетает и разрушает много чего. Ну и после применения могучего орла усиления становятся недоступны на этом уровне. И мы получаем не звезды, а могучее перо. Благодаря им тоже можно открывать определенные уровни. Бонусные. Но здесь такого нет. Бонусных уровней здесь также нет. Можно... разблокировать. А, нет, есть бонусные уровни, которые открываются при прохождении уровня на 3 звезды. Уровни эпизода на 3 звезды. Но нам это, в принципе, не важно. А, хорошо. Я слишком много рассказываю про эту игру. Потому что в ней реально много интересного. А. Осталось, короче, в последний динамит попасть каким-то образом. Мне вот не нравится, кстати, обновления, которые начали прилетать на Angry Birds различные, потому что они в основном-то новых эпизодов они не добавляют, они исправляют какие-то баги и добавляют туда как можно больше рекламы. Ну, игра бесплатная, денежки получить все равно как-то хочется. И ну, если вам мешает реклама, можете играть без интернета. Интернет же отключить это не проблема. Но интернет будет сложнее выключить, если у вас сим-карта, не интернет. Если вы заходите в интернет с помощью сим-карты, например, йоты, тогда интернет будет выключить сложнее, но все равно можно там будет выключить интернет. Так, давайте-ка еще раз, а. Черт, а? Ну что же такое, а? Я на это не подписывался. Я
Я на это не подписывался. Не подписывался. В общем, давайте добиваем этого гада. Только почему-то только что-то не получается. Давай. Да блин. Вечно с этим уровнем проблем какие-то. Так, вот этот свин сдох. Давайте попробуем еще раз использовать. О, есть. Хорошо. О, предпоследний уровень, наконец-то. Я помню, какой уровень это предпоследний. 29-й уровень. В следующем уровне будет босс. Пройдем босса и на этом закончим. Отлично. Так, и осталось двое свинок. Есть. Хорошо. Что? Еще один был? А, отлично, прошли этот уровень. Да, и тут у нас свинский король на такой вот машине, которая генерирует и овощи. Ну, играет, конечно же, музыка. Надо вот эти вот камни ломать, чтобы они на эту машину падали. А, есть один камень. Попав под колеса, птички сразу же умирают. Можно, кстати, взорвать. С помощью бомбы. Довольно простой уровень был. Отлично, вот мы и прошли первый эпизод за 20 минут. Так вот мы и прошли этот первый эпизод в честь Дня космонавтики. Второй не буду пока проходить, я его пройду в следующей серии по этой игре. Кстати, если нажать на эпизод Пик Диппер, погодите, то здесь играет музыка рок-н-ролльная вот эта вот. Ну и когда из него выходишь, то сразу же пропадает. Ладно, на этом закончим этот выпуск. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вас легко подписываться на меня, пишите видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал и группу ВКонтакте. Также не забывайте, дорогие друзья, сидите дома. Не выходите никуда без особой причины. А то я смотрю, что-то всем пофигу. Ну все, всем пока.